Срочные новости приходят из Чехии. Порядка 9 человек погибли в результате перестрелки в ресторане в чешском городе Угерский Брод. Еще несколько посетителей заведения получили ранения. Местные СМИ сообщают, что вооруженный человек ворвался в ресторан и открыл огонь. Заведение оцеплено. Правоохранители ограничили движение на соседних улицах и блокировали железнодорожный вокзал. По данным полиции, стрелявший уже задержан, о личности преступника и его мотивах пока не сообщается.